Олимпиада Северокавказского федерального округа «Будущее Кавказа» проводится на территории Хасавюрта уже в 7-й раз. Образовательное состязание, на котором школьники соревнуются и демонстрируют свои знания по точным и гуманитарным наукам. С 27 по 30 марта в северной столице Дагестана развернулось настоящее интеллектуальное соревнование. В общей сложности более 200 конкурсантов. Самым волнительным моментом для каждого из них стала церемония награждения. В качестве почетных гостей были приглашены глава города Зайнудин Акмазов, заместитель министра образования и науки Республики Дагестан Альбина Арухова, служащие администрации. Открывая торжественную часть, в предоставленном слове Зайнудин Акмазов сказал, что самая главная цель мероприятия достигнута. Укрепление дружбы и народов – главный приоритет. Я думаю, мы подъедем себе домой, у себя в каждом классе, в школе, выступите, расскажете других предложений. Для участия в следующих олимпиадах. Всех вас поздравляю с победителем итогов. Я думаю, это было все справедливо, честно и чисто, никто в обиде не остался. Повышение престижа образования – это ключевая задача. Но, как объяснила одна из участниц Олимпиады Луиза Аздиева, прибыв в Дагестан, в частности в Хасавюрт из Республики Ингушетия, показав достаточно хорошие знания, обрела главным образом для себя новые знакомства. Всем понравилось, мы очень довольны, как за нами следили, как нас кормили. Но помимо этого мы познакомились с большим количеством людей. И мы никогда это не забудем, эта атмосфера, когда мы сюда приехали, и с нами нам все улыбаются, и мы знакомимся, из какого города. В общем, очень много воспоминаний останется с этой поездки именно, и много смешных моментов, и действительно, это того стоило сюда приехать. Стать первой на этой Олимпиаде, вернуться на родину с победой – это то, к чему так долго и упорно шла Александра Чехоева. И вот тот самый волнительный этап пройден, все позади. Поделившись своими впечатлениями, Александра рассказала, что помимо конкурса ей больше всего запомнилось. Очень гостеприимный народ, мне очень понравилось в городе Хасавюрт. У вас очень красивые мечети, так как у нас православная республика, меня это очень поразило. Очень красивые здания и очень обустроенные школы. И республика тоже очень гостеприимная, очень понравилось. Сохранение традиций и культуры куначества – это то, чем прославляется Хасавюрт, говорит Милана Хайдарбиева, победительница Олимпиады СКФО по русскому языку, ученица гимназии имени Александра Сайтиева. Вот и тема сочинения была не случайной. Будущее Кавказа в его единстве. Каждый из участников в памяти сохранит все самое лучшее. Для многих эта Олимпиада стала залогом прочной дружбы на долгие годы, отметила Милана. Я думаю, что это высшая степень куначества, потому что в нашем городе проводилось такое мероприятие, как куначество. А СКФО, это Олимпиада, это высшая ее степень, думаю, к нам приезжают семи республики. Это очень интересно узнать об их особенностях, их нации и так далее. По результатам подведения итогов, первое место по конкурсным предметам завоевали 30 человек, ровно столько же стали вторыми и 65 стали третьими. По словам организаторов, эта Олимпиада стала доброй традицией, которая по масштабу с каждым годом будет только расти. Вика Сулейманова, Абдулла Алиев, информационная программа «Пульс».